Блин, она разбита очень сильно. Нажал. Бэкслэп? Ой, я бэкслэп ни разу не делал. Хорошо, держи. Короче, с самого утра мы приехали на рейс-трек на Маяковской. Кто не знает, что такое BMX рейс-трек, можете загуглить. Короткая история этого места, она очень печальная, потому что его полностью развалили дети на велосипедах, и те, кто по-настоящему занимается этим спортом, этим заниматься здесь не могут. Ну, я думаю, мы словим здесь какой-нибудь фан, поснимаем чуть-чуть прыжков мне, чуть-чуть трюков, наверное, тебе на самокате, разомнемся и поедем дальше. Я хочу сегодня поехать еще в скейт-парк на BMX, потому что я в скейт-парках катал еще на BMX толком ничего. Буду пробовать дропать, вылетать, делать эйры, что-нибудь такое. Ладно, давай разминаться. Хочу вот эту часть попробовать проехать на мануале и впампить вот сюда. Давай я попробую ее долететь. Блин, она разбита очень сильно на приземлении и на вылете. Руль плохо зажал, он на себя повернулся. Короче, вернул руль в его исходное положение. Мой косяк, он был не затянут правильно. И я думаю, сейчас попробуем что-нибудь поделать вот на вот этом трансфере бетонном. Но я не знаю, я максимум, наверное, просто перелечу. Ну, может, Артем что-нибудь сделает на самокате. Надо только понять, как здесь разгоняться, потому что под углом не очень удобно. На улице 30 градусов, я во всем черном, в джинсах, явно жарковато оделся. Так явно ходов мало. Хотя, нормально ходов. В принципе, я думаю, я попробую перелететь в более широком месте, где-то вот здесь вот. Тихо, ты слышишь, так затылок оставишь. Короче, я выставил руль, потом немного проехался и понял, что я выставил его слишком на себя. Соответственно, я опять все раскрутил и выставил его уже нормально. Сейчас проехался и понял, что он слишком от себя. Блин, это очень кайфово. Ну, ощущение, что ты даже не отрываешься от земли. Но я уже взял там откуда-то вон вообще со стороны, да? Ну, что я чувствую? Я чувствую, что я мог бы на дёрте съездить полетать. Но что трюки делать я могу, я пока не чувствую. Вова бросил самокат. Почему в видосах нету самоката? Пацаны, я чередую. Я стараюсь выкладывать несколько видео или одно видео, как минимум, про самокат. И после этого только одно видео про BMX. Видео про самокат на моем канале всегда будет больше. Я думаю, никуда от этого не деться. Здесь очень крупнозернистый камень, поэтому если упадешь, то это сразу минус кожи просто на всем теле. Ну, такой сомнительный флекс, если честно, Артем. О, вот это ладно, нормальный флекс. Чего? Чувак, так жарко, я не могу, реально. Сейчас пойду куплю 5 литров воды, вот так на себя вылью. Бэкфлипа туда. Нифига себе, слышишь, я чуть не улетел. Короче, едем на Столетово. Буду пробовать, каково оно в квадрах кататься. Ах да, только что вспомнил, что у меня смарт, а нас двое, и у меня BMX, у него самокат. Влезем или нет? Мне кажется, самое время сказать спасибо Hellride за такой прекрасный велосипед, который вмещается даже в эту машину. BMX, колесо, самокат, рюкзаки, шлем, все дела. Педалька вот поворачивается. Смотрите, я сажусь, и она как бы как ремень безопасности. Ну, понятно, что делать так не стоит, и в ДТП попадать с такой штукой не стоит.
Короче, я безумно рад, что я сделал ванетти вот оттуда с дропа. Мне было первое время стрёмно прыгать, потому что я думал, что я буду биться передним колесом. А еще в 2020-м, если у тебя садится камера, у любого человека можно надыбать пауэрбанк. Держи, спасибо. Смотрите, что он сегодня увез. Короче, вы поняли. Я думаю, в следующих видео покажу. Итого, я уже делаю пивот, я делаю тайр грэб, я делаю ванетти с дропов, трешку делаю. В принципе, неплохой набор, да? Набор стритера есть. Набор стритера. Надо еще барспин и випфлот, и все. Это ты треху перекрутил? Интересно. Снап на видео? Ну, как хочешь. Еще домой ехать, да? Да. Ладно, красава, да. Вот какой-нибудь легкий трюк, который я еще не умею, попробуй мне загадать. Как вот это, который вот так вот? Бэкслэп? Да, давай. Ой, я бэкслэп ни разу не делал. Хорошо, держи. Давай. Смотри, с первой попытки сделал. Давай, давай. Все, давай, наверное, на видео. Давай, так она снимает, снимает. Пацаны, хлопай. Все. Эпоха, с тебя теперь бэкслэп. Тогда треху давай. А? Треху бэкслэп. Нормально, короче. Короче, вон те ребята за моей спиной подсказали мне еще один трюк, который стоит научиться. Футплэнт. И, в принципе, он у меня получился со второй попытки. Ну, в принципе, это стильно, просто мне нравится. Пиарится. Футплэнт нужно с банника делать. Футплэнт с банника нужно делать. Короче, я думаю, последнее на сегодня. И, наверное, самое приятное в катании в скейт-парке, потому что в скейт-парке я еще полноценно до этого не катался. Можно фейки учить, не прыгая 180. Столько сил экономится. Короче, мне кажется, вот так понакатывать часик, и я стану королем фейки. Сейчас я спародирую одну игру, видосы по которой вы можете посмотреть на моем втором канале. Смотри, смотри. Оп, не ту кнопку нажал. И если вы знали, что за игра, то обязательно переходите на мой второй канал, где я делаю летсплей по ней. А, также летсплей снимаю, да. Я теперь летсплейщик. Есть трешка VIP. Давай, 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 давай. A few moments later. Добавьте в эту игру шлем, реально, даже выглядело больно. Пробуем иксер. Давай сюда. Мы тут катаем уже где-то, мы все досняли, мы катаем уже где-то час, и все, не можем уехать. Ну, просто потому что погода хорошая, и людей, типа, не супер много, хотя много. Но в любом случае надо заканчивать и ехать домой. Блин, нам еще в смарт все запихивать. Оценивайте, подписывайтесь, комментируйте. Можете подписаться на мой инстаграм. Инстаграм Артема, он помогает мне снимать видосы. И обязательно поддержите это видео лайком. Я надеюсь, вам всем нравится BMX, потому что меня катание на BMX делает в данный момент времени, в данный час времени счастливым. Пока! Call up the gang and they come and get janked. Call me a river, give you a tissue. Bad and bad.